Добрый день, сегодня анбоксинг. Это кубик от компании Dayan 2x2. Такая вот красивая коробочка. Dayan куб. Dayan 2x2. Dayan куб. Tengyun Pocket Cube M. Ну, естественно, магнитная версия. Раскрываем. Внутри нас ожидает кубик 2x2. И коробочка. Коробочку давайте заглянем. Я еще не смотрел. Что у нас здесь ждет? Ждет нас здесь сменные пружины. Причем два комплекта. И очень большая инструкция, судя по всему. Вот это, кстати, хорошо. Что мы здесь видим? Мы здесь видим Artego, OLL, COL, EG1, EG2. Мы здесь видим продвинутые методы по 2x2. Что не может не радовать. Кстати, надо будет поизучать. С этой стороны OLL, PBLL. Жаль, что все по-китайски. Было бы интереснее, но да, вот метод для новичков PBLL. Постарались, молодцы. Надо будет даже поизучать. Вернемся к пружинкам. Я так предполагаю, что в кубике внутри установлены пружинки какие-то средние между этими. И значит, один комплект должен быть пожестче, другой помягче. Ну, думаю, так. Все мы помним отличный кубик Dayan Tengyun с тем же названием. Вообще-то компания Dayan стала известна очень давно, еще в годах 15-х, 17-х, а то и раньше. Ну, я с 15-го, кажется, Dayan Janchi купил. А до этого были еще модели. Ну, то есть, когда-то эта компания была легендарной, самые лучшие трешки. Да, Dayan Janchi, пятая версия, в 17-м ребрендинг. Ну, их там несколько версий выпускалось, кубиков 3 на 3. И вот вышла вот эта вот, Tengyun, магнитная, первый магнитный Dayan. Все на него так, за то, что сплагиатили многие решения, как у Гана, ну, много чего. Коробочка похожа была на Мафанг, но кубик-то получился изумительный, потрясающий, и он долгое время был моим основным, пока я там в пользу VRM не перешел. И от двушки, соответственно, я ожидал чего-то подобного. То есть кубик 3 на 3 великолепный, я бы сейчас им крутил бы, если бы не покупал новые трешки. Что же с двушкой? Двушку мы тоже помним, легендарную Dayan. На ней есть вот Dayan Old Plastic Richard, вот такой Феликс, очень долгое время крутил. Знаменитая двушка, которая на самом деле трешка, и превращение которой часто попает. Я, к сожалению, много на этом кубике не крутил, не было необходимости, но в коллекции он у меня есть. Как-нибудь надо на нем покрутить. И вот новый Dayan. По сравнению со старым, видим более острые ребра. Здесь такие закругленные были. И, соответственно, цветной пластик. Что можно сразу сказать? Здесь размер также 50 мм, классический. Сейчас вот всякие ганы, ВРМы уже делают чуть увеличенные. Валк 2М, там 51, 50,5 мм. Здесь 50. Звук кубика вот такой вот, вполне достаточно тихий. За 1000 сборок у меня уголок флипнулся только один раз в самом конце, и то я с кубиком повел себя очень грубо, не помню почему. Но вот это был единственный случай, больше флипов не было. Изначально,
что в кубике меня насторожило, то вот когда палец попадает в это отверстие, здесь достаточно острые вот эти вот пластинки, которые прикрывают неокрашенный пластик, ну и дают, соответственно, цвет стороне. Если сюда попадает палец, то слегка остренько. Оно не причиняет никаких негативных последствий, но просто вот обращает внимание. Если мы возьмем даже старый Даян, тут все гладенько. Или кубики, которые остальные топы, такого нет. Тут все как-то закруглили. Из-за чего? Из-за того, что вот эти пластинки очень-очень тонкие. Очень тонкие пластинки. Не знаю, зачем так сделали, но так есть. Да? Чуть-чуть так поддеваешь, кажется, что можешь порезаться. Изначально настройка кубика мне не очень понравилась. Я открутил на нем сборок 800, наверное, где-то. И потом ослабил на полоборота, кажется. И стал гораздо лучше. Кубик чуть дешевле, чем в RM. Но вот если трешка Даян, она на уровне, да, то вот двушечка Даян, мне кажется, чуть уступает. Ну, при всей моей любви к Даяну, ну, кажется, немножко да. Но, возможно, кому-то такой стиль вращения, наоборот, понравится больше. Вполне удачная модель. Вполне. И, возможно, что вот эти вот дополнительные пружины, они спасут положение. Ну, пока вот я больше 1000 даже открутил. То есть я как-то так увлекся. Захотелось улучшить сотку, но как-то не вышло. На уровне время сборки с остальными кубами я параллельно с Даяном тут тестирую ГАН 251. И ГАН, хоть он и побыстрее как-то вращается, ну, нравится мне меньше из-за своего вот этого бантового пластика. Я на нем еще покручу сборок 300 и тоже сделаю видео. Пока все-таки VRM и Жан Ланг остаются моими любимцами. Если слегка так подытожить, то кубик вполне удачный, но он достаточно жестковат. Вот изначально в настройке он жесткий и, соответственно, если немножко ослабить, все равно он жестче, чем VRM и Жан Ланг. Да и жестче, чем ГАН. Чего тут греха таить. Но, возможно, кто-то ищет именно этого. Можно ли на нем комфортно собирать? Да. То есть, мое время около 5 секунд, и мне комфортно. Да, на вот этих кубиках мне чуть более комфортно, чем на Даяне. Но тут уже дело вкуса. Удачный ли кубик? Удачный. А стоит ли на него переходить с VRM? Нет, не стоит. Даже с Гуагуана не стоит. Гуагуан отличный куб. Как альтернатива, как попробовать что-то новое? Да, вполне. Хороший куб. Ну, к покупке не обязательно. Сейчас так много хороших двушек. Ну, фанатам Даяна можно. Кубик неплохой. Это вам не EDM 3 на 3, который покупать не стоит. Даян молодцы. Двигаются в правильном направлении. Ждем четверку от Даян. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.